Конечно же, вы не понимаете, чего он хочет. Я объясню. Есеру 35 лет. 35 лет он провел слепым. 35 лет он провел глухим. 35 лет он провел немым. Можем ли мы осознать милости, которыми наслаждаемся, а Ясер нет? Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Две милости, которые не ценят многие люди – здоровье и свободное время». Удивительная статистика. Знаете ли вы, что в мире 45 миллионов слепых людей? Знаете ли вы, что в мире 350 миллионов глухих и немых людей? Аллах, причист, Он Всевышний, даровал тебе видящие глаза. Одно из желаний Ясера – увидеть свою мать. Ощущаете ли вы милость, которой наделены? А ведь некоторые из нас проявляют неуважение к своим матерям. Посмотрите на Ясера, переворачивающего страницы Корана. Кстати, Ясер не знает о том, что есть рай и адский огонь, и что Аллах посылал посланников. Единственная вещь, о которой он знает, это врожденная предрасположенность. Он знает, что есть Господь, который создал и поддерживает Вселенную. Ясер перелистывает страницы Корана в надежде на то, что он сможет прочесть слова Аллаха, причист он Всевышний, но он не может. Так какое же нам оправдание не читать Коран? Как долго ты не читал Коран? Мы должны вернуться к книге Аллаха, причист он Всевышний. Ясер не может говорить. Он хочет сказать, но не может. О Аллах, поминаешь и прославляешь ли ты Аллаха, причист он Всевышний, своим языком? В день суда будут взвешиваться твои хорошие и плохие дела. Это послание для зрячих. Благодарите Аллаха, причист он Всевышний. Сколько нашей молодежи сегодня ослушаются в Инстаграме, на Ютубе. Клянусь Аллахом, причист он Всевышний, вы открываете дверь к самим себе. Люди так счастливы, что создали страницы в социальных сетях, Твиттере, Инстаграме, Снэпчате, Фейсбуке. Вы завели собственную книгу деяний. Аллах, причист он Всевышний, спросит тебя о твоем зрении. Сколько непристойных роликов и фотографий ты видел? И о твоем слухе? Сколько музыки ты слушал? И о твоей речи? Сколько запретного ты произнес? Ясер придет в день суда, не имевшим возможность видеть, слышать, говорить, трогать или идти к хараму. Но вы и я, Аллах, причист он Всевышний, спросит нас за все. То есть это послание к моим возлюбленным братьям и сестрам. Аллах, причист он Всевышний, дал вам чистые глаза, так верните же их к их чистоте. Он, причист он Всевышний, дал вам чистые уши, так верните же их к их чистоте. Ясер служит исламу, а мы из тех, кто служит религии Аллаха, причист он Всевышний. Аллах не нуждается в нас, а вы и я нуждаемся в Аллахе, причист он Всевышний, и должны служить нашей религии. Много молодежи покаялось по воле Аллаха, причист он Всевышний, после того, как услышали историю Ясера. Почему? Причина в том, а Аллах, причист он Всевышний, знает лучше, что Ясер делает искреннее наставление. Он не видит свою публику и число своих последователей. Его единственная миссия — служить религии Аллаха, причист он Всевышний. И я напоминаю, Ясер не знает о существовании рая и ада, но даже несмотря на это, он служит религии Аллаха, причист он Всевышний. Сколько из нас ничего не сделали для религии Аллаха, причист он Всевышний, хотя все мы можем, а Ясер не говорит, не слышит, не видит и служит религии Аллаха, причист он Всевышний. Мы должны полюбить нашу религию, глядя на то, как Ясер наставляет всех нас.
Ясир напоминает, хотя его речь непонятна. Это напоминание для всех тех, кто флиртует с парнями или девушками. Аллах способен сделать немым ваш язык. Остерегайтесь же незаконных отношений и помните, что Аллах причист, Он Всевышний, Всемогущ. Примите это наставление от человека, который не может видеть, слышать и говорить.